Добро пожаловать на наш канал Airgun Midi. Сегодня вашему вниманию представляем классическое охотничье ружье от чешской фирмы ЧЗ, модель Canvasback. В комплект поставки входит сертификат соответствия, паспорт изделия, само ружье, которое поставляется в разобранном виде, дополнительно защищено бархатной тканью. Данная модель собирается на турецком заводе Хуглу под строгим контролем инженеров компании ЧЗ. Данная модель относится к средней ценовой категории и имеет высокое качество сборки и исполнения. Фирменный чоковый ключ и 5 дульных сужений, два из которых установлены в стволах. Стволы выполнены из оружейной стали и для лучшего охлаждения имеют вентилируемую пайку. Сверху над стволом имеется прицельная планка и латунная мушка. Патронники и каналы стволов хромированы. На конце стволов имеется внутренняя резьба для установки дульных сужений. Приклад и цевьё выполнены из ореха. Для более удобного удержания на рукояти и цевье имеется насечка. Затыльник выполнен из резины. Для продевания ремня на ружье имеются две антапки. Для того, чтобы собрать ружье, необходимо отодвинуть рычажную защелку и снять цевье. Далее блок стволов устанавливаем в колодку и надеваем цевье. Данная модель проста и надежна в эксплуатации, а также ремонтопригодна. ЧЗ Canvasback отлично подходит для ходовой и промысловой охоты, также для спортивной и тренировочной стрельбы. Взвод ружья осуществляется путем переламывания стволов. Неавтоматический предохранитель блокирует ход спускового крючка. Также он совмещен с селектором, который определяет очередность выстрела, так как особенностью данного ружья является один спусковой крючок. Патроны устанавливаются в патронник. На ружье присутствует экстрактор для стрелянных гильз, для более удобного извлечения их из патронника. Приобрести это ружье вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом при наличии лицензии серии LGA и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.